Почему поиск по запросу программист выдает фото мужчин? Ну, надо дебажить. Она? Разработчик? А почему она не должна быть способной? Девушек до сих пор в разработке мало. В мире сочетание 80 на 20. Конкретно в моей команде женщина только я. Раз, два, три, четыре. Где женщины-ученые, где шахматисты? То есть как будто бы есть какие-то умные женщины, а есть какие-то другие женщины, которых все-таки место на кухне. Мы не отличаемся. У них, в принципе, меньше привычка к компьютеру. Вообще, что ты пытаешься доказать? Природа так устроена. Или же это, на самом деле, самый настоящий нейросексизм? Ого, ты разработчица настоящая. Ничего себе.